Многие не понимают, как вот через эти вот маленькие такие дырочки попадает вода в салон, и потом уплотнитель этот сырой становится. Вот видите, я приехал к дому, у нас тут небольшой дождик, вот буквально только начался. И вот что, я не ездил ни по каким большим лужам, вообще по лужам не ездил. Видите, сколько воды через эти, блядь, гребаные уплотнения. Там точно так же. Все в воде. Вот так вот вода и попадает в салон. У кого еще не заглушены вот эти вот проклятые долбаные дырки, глушите их быстрее. Не знаю, как хотите, хоть на герметик, хоть на чё. Но убирайте у вас днище, чтоб не проржавело. Ай, блин. Ну сейчас вот уберу вот эту воду. Вода снаружи, все сюда летит, через эти гребаные дырки. Спереди-то у меня не заглушено, сзади-то нет. Только что, блядь, тут все покрасил. Сука. Блин. Ладно, эпоксидный грунт сухнет быстро. А вот тут вот его немножко уже стер. Но ёпарасоте, долбанный, блин, дождь. Вообще дождь не обещали. Плюс 10 на улице. Сейчас еще и со снегом, блин, идет. Сейчас вот еще с этой стороны.